Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, у нас сегодня демка. Наконец-таки опять мы добрались до демок в инди-хоррорах, потому что даже демок-то нихера не выходит, твою же налево, ну серьезно. Называется Nanny Nights. Nanny Nights, замечательное название, по-моему. Игрушка про то, как... каких-то сверх-супер детей, которые очень сильно, короче, они там такие вообще нормальные. Их, короче, собирают, и в итоге они становятся объектами испытаний. Но однажды ночью кто-то забыл закрыть дверь, и все дети вырвались на свободу. Чё-то типа того. Чё такое-то? Он текстовый, что ли, я не пойму? Ох ты, посмотри-ка, нихера себе, что за Five Nights. Как с этим работать-то вообще? Анатолий, Five Nights, прикинь. Я даже и не знал, что это пародия на Five Nights, серьезно вам говорю. И что делать надо? Я думаю, к нам кто-то сейчас придет, скорее всего, потому что я даже не понимаю вообще, как не очень обычно все это организовано. О! Ёптыш. Ага. Чё еще где можно нажать? Твою дурак, сука, куда пропал весь этот, вся там, экран-то куда весь пропал? А, вот он. Сука, нихера себе. Я-то думал, Nanny Nights. Ну, конечно, Five Nights, Nanny Nights. Все серьезно, все понятно, все нормально, конечно, да. Давайте еще разочек, в чем проблема-то? Итак, Мари Нигава. Объект какой-то зеленый пацан. Возраст 8. Дженре Мэ. Мэйл, это мужчина, значит. Никнейм Nanny Night. Понятно, все понятно. Короче говоря, мы его выпаливаем, мы смотрим, где он. И смотрим, что с ним делать. Вот и все, поехали. Здесь никого. Сейчас разобраться, где мы с вами находимся. Тогда будет нормально. Это его моя камера. Вот он, сучоныш. Он ко мне идет. А как его закрывать, кроме вот этого? Выключись. Это все? Это единственное, как я его могу выключить? Или что? Подожди-ка. Свет какой-то. Может, он на свет привлекается или что-то типа того. Но он стоит до сих пор здесь, вот на Nanny Nights. Камера сама крутится, меня это вообще раздражает. В моей комнате никого. Нахер вообще мою комнату показывать, если уж на то пошло. Что это было сейчас справа? Ух, какой-то. Вот он уже! Это он? Он, сука, а куда он идет-то? Да иди ты нахер, саблаха! Как с тобой бороться-то? Подожди-ка. Я ж сейчас чихну, наверное, от этого. Сука, вылазит. During the night all vital things increased. The most difficult period age. During, сквозь ночь, все, Виталька поет. Короче, его зовут Виталик, наверное, в простонародье, и он всю ночь любит петь. Но так как он не слушает, он ищет того, кто может с ним, короче, дуэтом захерачиться. Возможно, он хочет попасть там, я не знаю, в какую-нибудь передачу, там есть же это, как две звезды, там, что-то типа того. Давайте разбираться, откуда он может к нам прийти. Что такое? Он может прийти, во-первых, вот из этой канализации, это раз. Это понятное дело, здесь мы перекрыли, здесь не войдет. Хорошо. Пропал, красавчик. Потом, когда он заходит к нам сюда, наверное, надо включать свет. Правильно я понимаю? Эй, Виталик! Ага, Виталик танцует, он ко мне залазит! Спокойно, Виталис! Виталяс! Виталяс, сиди, никуда не лази. Спокойно, Виталик, все, смотри, ко мне уже полез в дыреньку. Вот ты, сука, голожопый пес. Не, Виталик, все, короче, сиди там спокойно. Вот и все, и молодец, а это я открою. А энергия, кстати говоря, возрастает, если что. Виталяс пока тут, пока все нормально. Бляха, ты че, мудак, ты только что где был-то вообще, я не понял. А для чего тогда свет включать? Как от Виталяса защищаться, когда он подходит сзади? Виталяс вообще беспредельный. Может, что-то написано? Да нихера тут не написано вообще. Я понял только, как защищаться, когда он идет с той стороны. Может, еще что-то есть? Че? Это еще что сейчас было? Виталяс!
Я не понял, а как назад-то вернуться? Эй, Виталяс, Виталяс, подскажи, нет, только не приходи, Виталяс. Просто подскажи, скажи, я пришел к тебе сказать, что я люблю ночью попивать. Сейчас мы с тобой дуэтом захерачим, и все нормально будет, Виталяс. Как вернуться назад? Игрушка квадратненькая, кстати, если что, и очень маленьким экранчиком. Как вернуться назад к Виталясу, я не понимаю. Может, как-то можно ходить? На стрелочки, например? Нет, на пробельчик? Нет, на кнопочки на всякие? Нет, нельзя ходить. Вот же, вот этой херней мы закрылись, да? А-а-а, Виталяс, мудила, ты что творишь-то? Так, подожди, хорошо, мы с вами можем куда-то уходить, судя по всему. Но пока не ясно, как оттуда назад прийти. Виталяс, не дури. Мы сейчас с этим разберемся по-любому. Ща, Виталяс, Виталяс нам все подскажет. Да, раньше же даже Five Nights at Freddy's каком-то, там, в любом, там же были какие-то эти, которые говорят нам, что надо делать то-то ночью, когда Виталяс подходит, а мы должны с вами сидеть. Вот какая-то картина, я не понимаю, что я нажал, как вообще это случилось. Вот Виталяс. А-а-а, Виталяс! Он же вот тут стоял сейчас только что. Ну, допустим. А назад-то как вернуться? Вот главный ключевой вопрос этой хероборы. Во. Ты понял, да? Нашлось. Опа! Виталяс! Спокойно! Не надо! И свет подрубим на всякий пожарный. Свет-то что делает вообще? Он сознание, что ли, мне повышает? У меня есть пауэр, есть сознание какое-то. Да иди ты нахер, Виталяс! Ну ты дай маленько к игре попривыкнуть. Чё, как сложно-то? Вообще нихера непонятно, ты прикинь. На, не найс, nice, никакого объяснения. Хоть бы с Google переводчик автоматически голос, там, я не знаю, вставили в текст, запилили бы в начало, что звонит какой-то чувак или начальник этой лаборатории и говорит, что у нас Виталяс, короче, беспредельщик, с ним надо бороться таким-то образом. Ну что это за херня-то в конце-то концов? Ладно. Виталяса здесь нет. Зачем мне смотреть на мою комнату, я не понимаю. Какого хера нахер вообще-то? А, моя комната подставная. Смотри, здесь есть, короче, эта херня. А здесь ее нет. Ладно. Не знаю, зачем это. Виталяс пришел. Окей. А с какой стороны Виталяс пришел? Все, пропал Виталяс. Виталик! Ты где? Давай сделаем вот так. Вот так и вот так. Так нормально будет, нет? А хер его знает. Мне кажется, нормально. Не знаю, для чего, но я это сделал. Так, Виталяса тут нет. И тут Виталяса нет. Куда ж пропал Виталяс? А вот он ходит, паскуда. Нет, Виталяс, не надо, я вот так посижу. Ага, я нашел точку соприкосновения. Бляха-муха, слышь, инопланетянин, ты что вытворяешь-то? Он в маске, что ли, ходит в какой-то, я не пойму. Как играть в эту херню, непонятно вообще. 8 лет, он такую жопу тут наводит. Ты чё, Виталик, ну серьезно? Он выходит, то есть, то с этой стороны, то он снизу появляется. То есть, он выходит либо с этой стороны, либо снизу. Либо из ящика, наверное. Вот это что за херня на окне, я не понимаю. Мы сидим вот тут. Правильно? То есть... А-а-а, твою мать, все понятно стало, все ясно, разобрались. Вот здесь где-то должно быть еще какая-то херобора, которая должна нас спасать от Виталяса. Во-первых, когда мы с вами сидим, когда Виталяс находится вот здесь, надо поднимать картину. Когда Виталяс находится здесь, а здесь он еще ни разу не находился, хочу заметить, надо поднимать решетку. Когда Виталяс находится здесь, надо хер пойми, что делать, Виталяс, надо включить вот эту херню. Все, окей. Виталяс пропал? Ага, Виталяс пропадает, все, понятненько. Ха-ха, сучоныш мелкий. Все, растеребонькали мы тебя. А как Виталяс попадет сюда, мне интересно. Все же да. Как же Виталик должен попадать в ту дырку, если она напрямик... Если она напрямик связана с моей комнатой, его сюда, в принципе, никак попасть нельзя. Виталик читер. Это единственное, что мы выяснили, это то, что Виталик читерюга прям проклятущая. Ай, ладно. А, возможно, еще что?
что вот эта херня как раз-таки мне мое сознание воскрешает. То есть, когда она горит, Виталяс само собой к нам приходит. Вот Виталяс, допустим. А, давай-ка мы Виталясу посмотрим просто на него. А чё б нет? Все, пропал Виталик. Ищи его, свищи. Здесь его нет. А вот здесь нахер вообще эта камера? Зачем нужна? Я не вкурю никак. Ну, допустим. И нахер. Не, я, конечно, понимаю, что есть вообще четкие прям... не то, что пародии, а четкие эти, сделанные по Five Nights at Freddy's. Но вот это, по-моему, вообще, короче, никак не оправдывает. Никак наше с вами то, что здесь происходит. Это никак не заслуживает. Хотя он никак и не называется Five Nights. Ничего такого не Five Nights. Реально прям нихера не вкуриваю. Это никак не может называться путевой копией Five Nights at Freddy's. Он так и называется. Он называется Nanny Nights. Они просто прозвали так чувака, и он теперь должен пугать всех остальных. Ну ладно, давай еще разочек попробуем. В принципе-то. Я просто не понимаю даже, что делать надо. Его ничего не отшугивает. Я разобрался с этим люком, но он там вообще не ходит. Вот. Этот люк, он закрывает Виталяса в самой верхней комнате. Вот эта херня, она, походу, гонит Виталяса из самой ближней комнаты к нам. И какого хера он появляется вот отсюда, и как его здесь шугануть? Виталяс, иди нахер! Может, вот эту херню ему подрубить? Нет, это должно все делаться в кабинете. Ну вот, допустим. Это как-то качает мне мое сознание, нет? Или мне, типа, нельзя долго на Виталяса смотреть, потому что у меня сознание уходит? Эй, танцор херов! Куда ты, сука, затанцевал-то? Вот он сейчас сюда прилезет, но непонятно как. Я вроде все перетыкал, все, что можно, все везде. Вот нашел картину. Допустим, она закрывает эту сторону. Ящик какой-то. Вот это, ладно, окей. Где Виталик? Он сейчас опять ко мне придет. Ты смотри, он сейчас опять придет ко мне. Сука. Как он ко мне ходит? Он пропал. Хер его поймешь. Восстанавливай мне электричество. И эту херню выключи в конце-то концов. Виталик! Виталик, сука! Пальнулся! Он вот из этих вылазит, падла! Под этим, под шкафом, вот в эту дырку! И что нам это дает? Я хер его пойми, на что-то... Вон, Виталяс опять сидит, смотри, сука! Опа, Виталик, падла, я тебя спалил. Опять сидит, смотри-ка. Может, на него можешь смотреть только через камеру в этом случае? Ха, вон рука его сраная. Ха-ха-ха. Виталик, иди домой. Сука, и что тогда? Он появляется под шкафом и из дырки. Максимум, что может его отогнать из шкафа и дырки, этот сраный светящийся кубик. Но он его не отгоняет, он, по-моему, только приманивает. Непонятно, что делать с Виталясом, когда он заходит вот реально в этом коридоре туда, куда-то вдаль. Как с ним бороться? Вот он туда входит, но он, может быть, входит как бы именно в меня. То есть вот тут вот. Вот он около этого прохода стоит. И тут его надо как-то отогнать. Ну вот он пока стоит, значит, он стоит где-то вот тут, вот где у него мигает эта херня, он как раз в этой части находится. Ну, допустим, когда же... Чего ты мигаешь-то? Когда же он приходит сюда, как его, каким хером его закрывать? Виталяс пропал. Сука. Вон рука его. Может, она закрывается как-то? Да нет. Виталяс, наверное... Опа! Опа! Спалился, сука! Руку его заметил там. Вот стоит, а? Все, пропал, отлично. Закрываем. Наоборот. Я не знаю, чуть-чуть придрочимся, наверное. Оп, он опять заходит. Виталяс, иди нахер. Свет. Все, теории кончились. Не знаю, что делать, серьезно. Не понимаю прям. Все вроде как-то... О, мигает сучонок мелкий. Такая вот какая-то недокопия, не боюсь этого слова, без объяснения вообще, разбирайся как хочешь.
Типа, если ты ни разу не играл в Five Nights at Freddy's, ты вообще, в принципе, даже знать ничего не будешь, что здесь надо делать. Мы-то с вами, как люди прожженные, мы более-менее понимаем, но все наши тактики, которые успешно срабатывали во всех остальных играх, здесь какого-то хера абсолютно не работают, и как прогонять Виталяса, я не понимаю. Поэтому Виталяс нас сегодня с тобой выиграл. Ссылка на плейлист с остальными инди-хоррорами в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующих видео, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.